Он обнял девчонку, подругу свою. Она как дитя зарыдала. Ура! Сердце слит. Наконец-то мы набрали сил. Собираемся участвовать в празднике ВМФ России. Просто некоторая эйфория и радость перед предстоящим переходом и праздником. Здравия всем! Сегодня 29 июля 2017 года. Преддверие Дня военно-морского флота России. Боцман стоял и смотрел. Наш клуб «Русская морская традиция» готовится к выходу в акваторию города Санкт-Петербурга. Пойдем бурлаками, как положено. Звезд боцманской трубки раздался, раздалась команда поднять якоря. Звезд боцманской трубки раздался. Он снял бескозырку и ей помахал. Прощай, дорогая Маруся, вот скоро возьмем Севастополь родной. Тебе, дорогая, вернуся, вот скоро возьмем Севастополь родной. Так, уходим с курса. Левый грес, правый табань, прижимаемся к кораблям. Вернусь, вернусь, встречайте на море, крики и холмы тоской.